День молодежи в этом году пройдет поистине с федеральным масштабом. Нас ждет 8 тематических линий. Мы будем работать на 4 площадках. Это городская площадь, улица Интернациональная, площадка Виадук и площадь перед торговым центром Пассаж. Каждый найдет для себя массу интересного. Это и креативные направления, это и спорт. Нравится экстрим, можно поучаствовать в экстрим-фесте. Танцевальные батлы и мастер-классы. Можно повысить свои компетенции, прослушав лекции от лучших спикеров нашей страны. 8 треков – это «Вместе с Родиной», «Вместе с креативом», «Вместе со спортом», «Вместе со знанием» и другие. Это федеральная установка, 8 тематических линий, в которых наполняется праздник Дня молодежи. И уже каждый город, конечно же, в сообществе с активной молодежью, в сообществе с общественными организациями и с людьми, которые в каждом направлении продвигают это направление, мы уже совместно выбирали, кто к нам приедет, кто даст мастер-классы по экстремальным видам спорта или по танцам, кто будет в качестве хедлайнера в этом году. Это все, конечно же, вместе с молодежью выбирается. Хотите научиться собирать кубик Рубика? Пожалуйста. Чемпионат по настольным играм, которые созданы в Новом Уренгое, о Новом Уренгое. Легко. И огромное количество других площадок. И, конечно же, с 6 часов вечера будет работать городская сцена, концерт молодых артистов Нового Уренгоя, финал конкурса «Голоса молодых» и выступление хедлайнера. В этом году к нам приехал Ню. Чтобы попасть на праздник, необходимо пройти регистрацию. Регистрацию проходим на федеральном сайте деньмолодежи2024.рф. При входе на территорию праздника волонтеры считают этот код, и вы будете чувствовать сопричастность ко всему тому, что происходит в нашем городе. И Новый Уренгой войдет в список лучших городов, в которых проходит федеральный праздник «День молодежи».